Такой классный тут ресторанчик мы нашли с такими необычными вообще блюдами. Сейчас будем кушать и записывать видео. Андорра – это просто one love. Стрелла Галисия. Суп принесли холодный, с ветчиной, томатный суп с иберийской ветчиной и с яичком. 15 евро. И наши основные блюда. Это вот ребрышки, 22 евро. Удивительная подача. И я решил попробовать местные, новые у них блюда в этом ресторанчике. Фаршированный перец. Не знаю еще чем. 15 евро. Вот такое вот у нас основные такие вот блюда. Кстати, суп холодный. Никогда не ел такого вкусного томатного супа. Общий счет за все это чудо 82 евро. Нереально просто вкусно и так дешево. Поразил нас этот ресторанчик, бистро. Всем советуем.